Сегодня 21 сентября 2020 года, понедельник, Рождество, Пресная Дева Мария. И вот показать хотел, какая красота. Утреннее солнце освещает тополя. Как они выглядят. Это у нас ход такой в деревне. Вот. А вот тут есть. Это ветла. Вот батюшка только вышел, сразу нашел гриб. Прям тут же. Вон она идет, Оля, подари ей. Она любит, что собирает. Подружилась Оля тут, мать она, с матушкой. Идут в храм, народ еще не подходит. Вот так вот этих. Вчера я говорил, тут вот, вот этих красных на каждом углу 7. 7. И 13 этих крестов. Кто это делал? И 14-й синий. Пройдите там, пособирайте, там можно набрать-то мешок. Я видела, как вы пособирали. Вот храм наш, Потеряевки. Пойду, батюшка. Так иди, вот иди за город, там задерживайся. И вот там... когда делали, это думали они, что эти кресты, как знамение какое. Это делали-то при советской власти, задолго. Мы поехали в любое, когда сидел. И вот это еще раз покажу. Красоту. С этой стороны не видать, то солнышко. И вот весь храм в крестах. Она 14. И везде все на семерку, все, как никто не делал специально. Батюшкин дом. И вот здесь 13 крестов вот таких вот, а 14 закрыли. Но на место его вот такой вот храм, он стоял наверху, на куполе. Ну, вот здесь это школа, 2 класса. Пока там с одной было, это барабаш живет, тоже кресты на дому. Но это сам делал, а там-то делали неверующие. И как это было? О, о, вот они как прибежали, дети. Это сказали сучки спилить, чтобы не застилали свет. И вот тоже все, смотрите, 7. Посчитали, сколько штахетин. Ну, Андрюша говорит, делал 400. Дома осталось несколько, значит, 385, что ли, вчера считал Виталий. И вот здесь школа, ученики, 2 класса. Наверное, первый или какой, не знаю. И тут тоже крест. А это спортзал, тут и занятия идут. А это склады, первый склад. Много лет, сушилка. А там он виден, новый склад сделал, 2-й. Вот так. Вот она, какая красота. Золотая осень. Я обошел вокруг. А кресты эти со всех сторон. Я прислонюсь здесь, даже видать. Вот заболевшие. Это при входе в храм. Крест. А дальше крест большой на храме. Вот видите, как они один к одному. Тут можно даже свести их. Все, теперь да. Вот Валентина глухонемая идет. Ну, вот, кланяется. Вон она где, тополь стоит. В деревне уже. Вот деревни как все. Коров выгнали. Там далеко, видать. Далеко. Это
лесополосы, тоже тополевые. И так дальше. А эта вода поднялась, и высохли деревья. А там идет Серафима Гавриловна. 94-й год. А это цветы около растут какие. Удивительное вот растение здесь. У него 7 отростков этих вот. Ну как, это даже не цветы, а листья. Все одинаковые. Порвалось. Батюшка дырочку нашел.